20 сентября в республике объявлено штормовое предупреждение. Штаб гражданской защиты управления по чрезвычайным ситуациям при грозе и сильном ветре рекомендует закрывать окна домов, убирать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, при грозе выключить электроприборы из розеток. Если вы находитесь во время грозы у водоема, следует немедленно прекратить рыбалку и купание. Необходимо отойти подальше от берега. Лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов. Автовладельцам рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Стоит также обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщите в службы экстренного реагирования о месте обрыва.